В мире 6 миллиардов человек. Треть из них смотрит телевизор, другая спит. 50% из оставшихся работают. 12 изучают бухгалтерию, 9 смотрят в окно. И только 3% проявляют сейчас нежность друг к другу. Бренд Милка решил сделать мир вокруг нас чуть лучше, привнеся в него нежные чувства с помощью глобальной активации «Поделись нежностью». Итак, рецепт идеальной активации. Что для этого нужно? Во-первых, комфортные условия. В торговых центрах были смонтированы специальные интерактивные зоны Милка, где каждый желающий смог поделиться и проявить нежность друг к другу с помощью игр, созданных на основе дополненной реальности. Уникальность игр состояла в том, что двоим участникам необходимо было проявлять нежность и понимание друг к другу, согласовывая свои действия, чтобы вместе вести автомобиль, мыть посуду и укладывать вещи в шкаф. Ведь только так можно достичь настоящего успеха. Участники акции получили специальные карточки, с помощью которых каждый смог найти себя на страничке Милка и поделиться нежностью с друзьями. Во-вторых, яркие эмоции, хорошее настроение и самые нежные чувства друг к другу. В-третьих, возможность поделиться своей нежностью через социальные сети. Перед агентством была поставлена задача увеличить интерес потребителей к бренду Милка и стимулировать покупку продукта. В результате акции около 20 тысяч человек поучаствовали в игровой активации, и более 500 000 человек следили за ней